Привет, котятки! Мы едем на матч. Мам, а ты мне билет купила? Оренбургский газовик! Привет, меня зовут Анечка, и сегодня я иду на футбол. Играет супер-мега-крутяцкий футбольный клуб Оренбург с каким-то там Тамбовом. Чтобы попасть на стадион, надо купить билет. Он стоит от 100 до 200 рублей, но мы не будем покупать его, потому что у нас есть абонемент. Жду на танцполе. Хорошая Анися, молодец. Спасибо. О, кого я вижу, Юлиана. Она самая модная и самая крутая в городе. Привет, скажи привет в камеру. Привет, привет. Как зовут тебя? Анисия. Анисия. А, привет всем подписчикам Аниси. Я блогер со стажем. Будем учить молодежь. Информационный партнер футбольного клуба Оренбург, телеканал ОРТ Планета. Сейчас мы будем делать задание аниматоров. В общем, сейчас мы должны будем бегать и пробегать. Прикольно. Но больше помладше. Я следующая потом буду. Наша трибуна западная, и я буду проходить с абонементом. Камеру смотри! Активнее начали гости. И уже на 6-й минуте Горбачук оказался расторопнее всех в штрафной площади и поразил ворота Александра Руденко. Наши побежали отыгрываться, и на 26-й минуте на выверную подачу новичка Оренбурга Сергея Серченкова откликнулась голова Тюриша. Гол! 1-1! Вскоре Дмитрий Андреев был завален в штрафной площади. И благо с пенальти ударом Паненки вывел нашу команду вперед. 2-1! На пресс-конференции после матча тренер гостей был возмущен этим эпизодом. Пенальти придуманные абсолютно. Что ему не понравилось, не понимаю. Мы, конечно, готовы нашего капитана Дмитрия Андреева на руках носить, но когда его носит в штрафной площади соперник, это уже, извините, чистая пенка. Во втором тайме Оренбург довел дело до закономерной победы. Оренбург! 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 Прикольно!